Köszönöm szépen a bemutató szavakat. Спасибо большое за прекрасные слова. Sokkal jobban szerettem volna az Amagram címlapjára kerülni, mint a Wall Street Journalra. У меня скорее в то время было желание попасть на обложку журнала Amagram, чем на обложку журнала Wall Street Journal. Valószínű, te is így vagy vele. Я думаю, у тебя такая же ситуация с этим желанием. Aki az Amagram címlapjára kerül, az pénzt keres vele, mert ahhoz gyémántnak kell lenni. Тот человек, фотография которого попадает на обложку журнала Amagram, он зарабатывает деньги, потому что для того, чтобы попасть на эту обложку, нужно стать бриллиантом. A Wall Street Journal nem fizetett egy fillért se. Журнал Wall Street Journal не заплатил мне ни цента. Jobb az Amagram címlapjára kerül. Поэтому лучше, чтобы ваша фотография находилась на обложке журнала Amagram. Itt vagyunk a szeminárium végén. Наш семинар потихоньку подходит к концу. És Attilával beszélgettem. Я разговаривал с Атилой. Te beszélgettél az üzlettársaiddal a szeminárium alatt? Скажи, во время семинара ты разговаривал со своими бизнес-партнерами? Én Attilával hajnali kettőig beszélgettem. С Атилой мы общались до двух утра. És a jövőt terveztük. И мы планировали будущее. Egy fényesebb jövőt terveztünk, még ennél is fényesebbet. Мы планировали блестящее будущее, даже блестящее настоящего. Mert úgy érezzük, hogy több van bennünk, többet tudunk még ennél is elérni. Потому что мы чувствуем, что гораздо больше возможностей заложено в нас, и мы можем гораздо больше достичь. Hiszünk az emberekben. Мы верим в людей. Tudjuk, hogy az orosz emberek nagyszerű emberek. Мы знаем, что люди в России замечательны. Lehet, hogy ők nem is tudják magukról, hogy milyen nagyszerűek. Может быть, эти люди даже не знают о себе, насколько они замечательны. Mert nem láttok bele más emberek életébe. Потому что у вас не было возможности увидеть и наблюдать за жизнью других людей. Én másfél évet éltem Németországban. В свое время я полтора года прожил в Германии. És 10 évet éltem Ausztráliában. И 10 лет прожил в Австралии. És az elmúlt 15 évben pedig, hát körülbelül 2 hónapot úton voltam valamelyik országban. И за прошедших 15 лет я очень много путешествовал. Vannak barátaim a világ minden pontján. У меня есть друзья в разных точках мира. Vannak Amerikában, vannak Ausztráliában. В Америке, в Австралии, в Европе, в Южной Африке. Mindenfelé. Везде. Ismerem őket. Tudom, hogy élnek. Я знаком с этими людьми, я знаю, как они живут. És tudom, hogy milyen emberek. Я знаю, какие они люди. És nem különbek, mint az orosz ember, vagy az ukrán ember, vagy a kazak ember, vagy a Литван, ничем не отличаются от русских, украинцев, казахов, латвийцев, литовцев. Ты nagyon nagyszerű emberek vagytok. Вы замечательные люди. Sőt, sok esetben olyan tulajdonságokkal rendelkeztek, amivel sok más nemzet fiai nem rendelkeznek. И во многих ситуациях вы располагаете такими качествами, качествами, которыми не располагают люди других стран. Itt van például a sport. Например, спорт. A sportban nagyon erősek az oroszok. Во всех видах спорта очень сильны российские спортсмены. Magyarok is nagyon erősek. Венгры тоже сильны. Magyarország nagyon kicsi ország, de az olimpián sok aranyat tudnak összeszedni. Венгрия маленькая страна, но ее спортсмены довольно успешно выступают на соревнованиях. És vannak olyan országok, amik másban erősek. Но есть такие страны, которые доминируют, преуспевают в другом. Például a skótok nagyon tudják kezelni a pénzt. Например, шотландцы, они очень умеют обращаться с деньгами. És biztos, hogy vannak olyan ország fiai, akik viszont annyira nem precízek vele. И наверняка есть такие страны, у которых люди, которых не так пунктуальны в деньгах. Úgyhogy olyan tehetséggel rendelkeztek, amit csak akkor ismertek föl, hogyha kipróbáljátok magatokat. Поэтому вы располагаете таким талантом, который вы сможете познать только в том случае, если вы начнете действовать. Ha nem lenne olimpia, akkor sosem derülne ki, hogy milyen jók vagyunk az olimpik, mint sportolók. Если бы не проводилось олимпийских игр, мы никогда не смогли бы узнать, какие у нас успехи могут быть в спорте. Ha nem lenne egy ilyen üzlet, akkor nem tudnánk kipróbálni magunkat, hogy milyen jók vagyunk benne. Если бы не было такого бизнеса, мы не смогли бы протестировать себя, свои возможности в нем. És látva ezt a sok embert, belelátva sok ember életébe, üzletébe,
országokba. И когда мы видим такое количество людей, такое количество бизнес-партнеров в разных странах, Attilával nekünk meggyőződésünk, hogy ezen a piacon, Kelet-Európában ennél sokkal, de sokkal nagyobb üzletet lehet fölépíteni. Тогда мы получаем с Атилой убеждение в том, что на вашем рынке и в Восточной Европе можно построить гораздо больший бизнес. Ezek nem logikus érvek, mert nem csináltunk hivatalos táblázatot, hogy mire alapozzuk. Это не есть какие-то логические доводы, потому что мы не делали официальных подсчетов. Hanem ez egy megérzés. Это всего лишь наше ощущение. Ha egyszerűsítjük a képletet, úgy is lehet fogalmazni, hogy kereslet kínálat. Можно сказать еще так: спрос, предложение. Adok, kapok. Даю, получаю. A piaci elvek. Рыночные принципы. De ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor és nagyon üzletiesen nézzük, akkor van egy ilyen mondás, hogy nézd a pénzt, figyeld a pénzt. Но если в очень упрощенной форме выразить то, что я хочу сказать, я скажу вам фразу: наблюдайте за деньгами, смотрите за деньгами. Attilának van egy érzéke, hogy az orrával meg tudja szimatolni, hogy mibe van pénz, mit érdemes csinálni, hova érdemes befektetni. Attila очень хорошо чувствует, у него есть нюх к деньгам, и он знает, что и куда стоит вкладывать. De a pénznek is van egy ilyen orra. Но деньги тоже имеют свой нюх. És oda igyekszik, ahol meg tudja sokszorozni magát, ahol nőni képes, ahol több lesz belőle. И деньги направляются в то место, где у них есть возможность приумножаться и становиться все больше. És a pénz áramlik ide, erre a piacra. И течение, поток денег направлен именно на этот рынок. Miért? Почему? Mert érzi a lehetőséget. Nem tudom, потому что máshogy megfogalmazni. Деньги, они чувствуют возможность себе на вашем рынке. Érzi, hogy itt jó helyen van, mert gyarapodni fog. Деньги чувствуют себя хорошо на вашем рынке, исходя из того, что будут приумножаться. És lehet, hogy te ezt nem érzed, mert még nem gondolkodtál így. Может быть, вы этого еще не чувствуете, потому что не задумывались над этим. Vagy sose vállalkoztál, vagy nem fektettél be. Или вы никогда не занимались бизнесом, вы никогда не занимались инвестициями. De ez történik, ez a trend. A te országod, Kelet-Európa, a legtöbb ország Kelet-Európában növekedésben van. Но на самом деле это происходит у вас, и большинство стран Восточной Европы находятся сейчас в динамике. És ez a növekedés, ez új pénzt jelent, új üzletet, új pénzt. И этот рыночный рост равен новым деньгам, новым капиталам. Ha egy kulcsember behoz 10 új embert és elindítja 200 ponttal. Если ключевой человек подключает бизнес у 10 партнеров и запускает их в этот бизнес с оборотом 200 баллов, akkor csinált 2000 új pontot abban a hónapban. Тогда в данный месяц ключевой человек сделал 2000 новых баллов. Azon kívül, ami már megvan neki. Помимо того оборота, который у него уже есть. Miből lesz az új pont? Откуда будут новые баллы? Az új belépőből. За счет новых регистрирующихся. Az új belépőből van az új pont. Новый оборот будет за счет новых бизнес-партнеров. Aki már belépett, az régi pont. Те люди, которые уже подключены к бизнесу, это старые баллы. Na most, a legtöbb ember hogy gondolkozik? Большинство людей как мыслят? Én hajlamos vagyok mindig fordítva gondolkodni, mint a legtöbb ember. Вы знаете, у меня есть склонность мыслить наоборот, чем большинство людей. Ha végigköveted az interneten a leckéimet, abban ez végighúzódik ez a gondolatmenet, hogy ellentétes logikával közelítek dolgokhoz. Если вы внимательно будете читать уроки, размещенные мною в интернете, вы увидите лейтмотив мышления наоборот. És az az egésznek a lényege, hogy a legtöbb ember hibásan gondolkozik. И проблема заключается в том, что большинство людей, они ошибочно мыслят. Legalábbis, ami az üzleti életet érinti. По крайней мере, если мы будем говорить о бизнесе. A legtöbb ember nem látja meg a lehetőséget a legjobb lehetőségben. Большинство людей не могут увидеть возможность в самой лучшей возможности. Hanem a problémát látja meg benne. А люди видят проблему в хорошей возможности. Ezért van az, hogy ránézünk ugyanarra a dologra. Поэтому бывают такие ситуации, когда мы смотрим на одну вещь, amelynek két arca van. Вещь, которая имеет два лица. Az egyik arca a lehetőség. Одним лицом является возможность. A másik oldalon a megvalósításával
kapcsolatos összes probléma. A drugim licom являются все проблемы, касающиеся реализации этой возможности. Például MV-üzlet. Например, бизнес MV. Valaki ránéz, кто-то на него посмотрит. És vagy az egyiket látja, vagy a másikat. И либо видит одну сторону, либо видит другую. Én ránéztem az MV-üzletre. Когда я посмотрел на бизнес MV, és én a lehetőséget láttam meg benne. Я увидел возможность в этом бизнесе. Az emberek többsége ránéz az MV-üzletre, és a problémát látja benne. А большинство людей, глядя на бизнес MV, видят проблемы. Ez igaz a pénzre, a sikerre. Это касается денег, это касается успеха. Tehát a legtöbb ember nem azt az oldalát látja dolgoknak, mint például én. Значит, большинство людей видят не ту сторону дел, которую вижу я. Tehát én hajlamos vagyok ellentétesen gondolkodni, ezt megfigyeltem magam. Значит, у меня есть склонность мыслить противоположно. Tehát induljunk ki a fordítottjából, hogy ne a meglévő pontokat, mert mindenki a meglévő pontját számolja, mekkora az üzletet, hány pont van benne ebben a hónapban. Давайте будем исходить немножечко наоборот. Давайте мы не будем считать те баллы, которые у вас есть, уже есть в месяце. Van 1200 pont. Вот, у меня уже есть 1200 баллов. Megvan a 4000 pont. Или у меня уже есть 4000 баллов, как супер. És havi forgalmam 4000 pont. И мой месячный оборот составляет 4000 баллов. És mellette ugye szponzorálunk új embereket, és itt и помимо этого мы спонсируем новых людей. És ha innen hazamegyünk, mit kell csinálni? И по возвращению домой с этого семинара, что же нам нужно делать? Új üzletet. Новый бизнес. Senki nem akar megmaradni ugyanakkora. Никто, я так думаю, не хочет оставаться на достигнутом уровне. Nekem is új üzletet kell csinálni, ha nőni akarok. Если я хочу расти, мне тоже необходимо строить новый бизнес. Vagy mélységbe. Или в глубину. Még nagyobb legyen, vagy szélességbe. Или в ширину. Új üzlet, ami eddig nem volt. Новых бизнес-партнеров, новый бизнес, которого до настоящего времени не было. Attila azt mondta, hogy Moszkvára a következő szemináriumra akkora bulit szervez. Attila сказал мне, что на следующий уикенд семинар, который будет проводиться в Москве, он организует огромный праздник. Ilyet még nem látott a világ. Праздник, которого не видел еще мир. Nagyon sokan leszünk, többen, mint valaha voltunk. Нас будет очень много, больше, чем когда-либо. Там nagyon nagy számok lesznek, és olyat még nem látott senki. Будут огромные цифры, и такого семинара не видел еще никто. Legalábbis a világnak ezen a részén. По крайней мере, на этой части земного шара. Даггал беседовали, и он сказал, что в Америке сделали однажды такой вечерний семинар. Мы разговаривали с Дагвидом, и он рассказал нам о том, что в Соединенных Штатах был организован однажды такой уикенд семинар, на котором собралось 90 тысяч человек. Я подумал, если американцы смогли сделать такой семинар, думаю, россияне, так думаю, тоже могут организовать такой семинар. Szerintem mi így együtt. Мы вместе с вами, belerakunk mindent, amit csak tudunk, приложив максимум усилий, szerintem ezt mi túl tudjuk szárnyalni, я думаю, мы можем даже перещеголять эту цифру. Mert mi hiszünk ebben az üzletben, hiszünk bennetek, hiszünk az orosz, az ukrán, a kazak emberekbe, hiszünk bennetek. Почему? Потому что мы верим в бизнес, верим в людей, верим в украинцев, в россиян, в казахов. Nem reméljük, hogy bárcsak sikerül. Мы не то, что надеемся, а вось получится. Mi tudjuk, ezért vagyunk itt. А мы знаем, поэтому мы и здесь. Hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy sem, ezt majd a jövő bebizonyítja. Сможем ли мы воплотить или нет, будущее покажет. De hogy képesek vagyunk rá, az 100%. Но то, что мы способны на это 100%. Tudjuk. Мы знаем это. És ezen dolgozunk, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat. И поэтому мы работаем над тем, чтобы извлечь из себя максимум. Tehát innen hazamegyünk, akkor ugye van hova visszajönni, ez egy nagyon fontos dolog. Если мы уедем домой с этого семинара, мы знаем, что нам есть куда возвращаться. Egyik hétvégétől a másik hétvégéig állítjuk fel a stratégiát, hogy mit fogunk csinálni. От одного weekend семинара к другому мы строим стратегию, что мы будем делать. És neked is van egy stratégiád, nekem is új üzletet kell csinálni. У тебя есть стратегия, у меня есть стратегия. Нам необходимо строить новый бизнес. Attila valószínűleg azt szeretné, hogyha mindenki nőne nagyra, és így ezáltal ő is osztozik a sikerben. Ez цель Attila для того, чтобы большинство из вас доросло до максимальных размеров, и чтобы он смог разделить с вами этот успех.
Да Атила még új lábat is épít mellette. Но представьте себе, помимо всего, Атила строит еще новые ноги. Hogy csinálja, az hihetetlen. Как он это делает, это просто невероятно. Én tanulok tőle. Я учусь у этого человека. Nekünk is új üzletet kell létrehozni. Нам тоже нужно создавать новые группы, новый бизнес. Ez a feladat. Это задача. Na most, tegnap este már beszéltem az időről, hogy az időnkkel okosan kell bánni. Вчера вечером я говорил уже о времени, о рациональном использовании времени. És kell találkoznunk emberekkel, akiknek a szemébe tudunk nézni, mert ott épül az üzlet. И нам необходимо встречаться с людьми, которым мы сможем посмотреть в глаза. Úgyhogy van a meglévő üzletünk. Поэтому у вас есть существующий бизнес, amely, hogyha nem figyelünk oda, ki fogja tölteni az egész időnket. Который, если мы не обратим достаточное внимание, он будет занимать у нас все время. Vissza kell szorítanunk úgy az időbeosztásunkat, hogy a meglévő üzletünkkel való törődés, foglalkozás, konzultációk és minden egyéb beleférjen az időnk 80%-ába. Нам нужно организовать свое время так, чтобы уже существующий бизнес, консультации, работа в нем ограничивалась 80% нашего времени. Nekem ezt kell csinálnom. Мне нужно это делать. Mert különben nem tudok új üzletet építeni, mert meglévő elviszi az időmet. Потому что я не смогу в таком случае строить новый бизнес, потому что старый заберет все мое время. És az én esetemben ez azért 80-20 ilyen arányban, mert már van egy nagy meglévő üzletem. И в моем случае 80-20, потому что у меня уже есть большой бизнес. Ti, akik újak vagytok, ez pont fordítva. Вы кто новенькие, у вас это все наоборот. Nektek az időtök 80%-át arra kell fordítani, hogy az új üzletet hozzatok létre. Вам необходимо 80% времени уделить тому, чтобы создавать новый бизнес. Én a gyémánthoz vezető úton az időm 80%-át arra fókuszáltam, hogy új üzletet hozzak létre, és nem a meglévővel. На своем пути, когда я шел, был бриллиантовой квалификацией, я обращал 80% времени на свой бизнес. Ez a 24 óra, ez nem a nap 24 órája, hanem az üzletre fordított időn belül 80-20-as arány. То есть я не говорю о том, что это нужно делать 24 часа в сутки, а то время, которое вы уделяете своему бизнесу, его нужно делить 80% на 20. Új üzlet. Новый бизнес. Új pont. Новые баллы. Új pénz. Новые деньги. Új siker. Новый успех. Új elismerés. Новое признание. Hozzá adni a meglévőhöz. То есть все эти новые вещи нужно дополнять к уже существующему бизнесу. De ne a meglévőt számolt, hogy hú, a 4000 pont. Но вы не считайте оборот и баллы в уже существующем бизнесе. Mert azzal ugyan lehet valamennyit javítani, hogy mennyi az egyfőtő átlagpont. В принципе, да, можно немножечко увеличить средний балл в уже существующем бизнесе. Lehet kihívást találkozót szervezni, hogy akinek ennyi pontja van, az a találkozunk, pizza partit csinálunk. Можно квалификационную встречу организовать уже в существующем бизнесе. У кого будет столько-то баллов, может принять участие в квалификационной встрече. És vannak olyan hónapok, amikor ezt a stratégiát alkalmazni kell. И, в принципе, есть такие месяцы, когда эту стратегию нужно использовать. És van egy-két csoport, kisebb csoportok, ahol ezt lehet egy-egy hónapban működtetni. И есть небольшие группы, в которых можно это использовать. Но в случае такой аудитории, такого бизнеса, средний балл, припадающий на одного человека, он дан. И что бы мы ни делали, мы не сможем этого изменить. То есть если мы посмотрим новый бизнес, tegyük föl, valaki most 21%-os szintet akar elérni. К примеру, кто-то из вас хочет достичь серебряного уровня. Ahhoz neki kell 10,000 pont. Для этого необходим оборот в 10,000 баллов. Megvan a 10,000 pontja. 10,000 баллов человек сделал. 6 hónap múlva platina. Через 6 месяцев он становится платиной. Van egy meglévő üzlete. У него есть существующий бизнес. Mi könnyebb? Что легче? Kihozni a 10,000 pontot a meglévő üzletből? Делать оборот в 10,000 баллов в уже существующем бизнесе? Hol van a direkt hatalma? Kihozni a meglévő üzletből minden hónapban 10,000 pontot? Где мощь платинового уже существующего бизнеса вырабатывать максимум баллов? Vagy a direkt is kulcsember, ugye, még direkt szinten kulcsember, be tud hozni 10 új embert. Или
Платиновый человек тоже ключевой человек, платиновый бизнес-партнер, он тоже ключевой человек. И может подключить 10 человек новых. По 200 баллов. То есть это 2000 новых дополнительных баллов. Помимо существующих 10 тысяч баллов. Hol van a hatalma? Где сила, где мощь? Képes a platina befolyásolni a már meglévő üzletébe, hogy hány pont legyen? Платина может, платина долгосрочно может влиять на повышение оборота в уже существующем бизнесе? Tőle függ, hogy hány pont lesz? Это зависит от платинового, сколько баллов будет? Csettint egyet, és akkor ott van a 10,000 pont. Моргнув глазом, это будет 10 тысяч баллов? Mi van a 2000 új ponttal? Или посмотреть лучше ситуацию с новыми 2000 баллов. Az csak rajtam múlik. Это зависит только от тебя. Mert 10 új embert be tud léptetni havonta, 100%. Потому что любой из вас может подключить к этому бизнесу 10 новых партнеров за месяц. Van 2000 új pontja. У тебя есть 2000 новых баллов. Na most, hogyha odafigyel a kulcsembereire, если человек обратит внимание на своих ключевых людей в бизнесе, 3-4 ember rajta kívül. 3-4. Это будет 3-4 человека, кроме вас. 5 ember, aki ugyanazt csinálja. 5. 5 человек, которые будут делать то же самое, что делает их лидер. 5 ember, mindegy, csak 10 embert hoz be havonta, az 50 új belépő. Если 5 ключевых людей ежемесячно будут подключать по 10 человек, это 50 человек ежемесячно. 200 ponttal. По 200 баллов. 10,000 új pont. Это 10 тысяч новых баллов. Új belépő, 200 ponttal, 10,000 új pont. Новый бизнес-партнер по 200 баллов, 50 таких людей, это новых 10 тысяч баллов. Na, erre kell odafigyelni, вот на это нужно обратить внимание. Amit a meglévő csapat meghoz, az talált pénz. А то, что оборот делает уже существующая группа, он есть. Csinálunk velük, az úgyis beáll egy szintre. То есть, что бы вы ни делали, а существующая группа, она будет находиться на определенном уровне. То есть, вы не сможете улучшить эффективность уже существующей группы. Мы не сможем удвоить оборот существующей группы. Фокусируй на новых бизнес-партнерах. Фокусируя над созданием нового бизнеса. И 10 людей мы, каждый из нас может подключить ежемесячно. Если мы этих людей будем запускать на 200 баллов, либо опустим планку, 3 балла, 1,2 балла во время подключения, работу вам необходимо было сделать и так. Csak nem kapunk érte semmit. Только вы не получите в таком случае вознаграждение. Ugyanúgy elmegy az időnkre, вы также вкладываете время. És nem kapunk érte egy fillért sem. И вы не получите ни цента. Aki belép, тот человек, который подключается к бизнесу, annak a 70%-a nem fog szponzorálni senkit. Из этих людей 70% никто никого не будет спонсировать. Az embereknek a 70%-a nulla pontos lesz. И фактически 70% ваших новых людей, они будут нулевыми. Akár mi csinálunk velük, что бы мы ни делали с ними, nem tudjuk megváltoztatni. Мы не сможем их изменить. De amikor belép, но когда человек подключился, ott a hatalmunk, ott van a hatalmunk. В этот момент в наших руках есть власть. Hogy indítjuk el? Как мы его запустим в этот бизнес? Mi fog másolódni? Azon a ponton. И что будет дублироваться? Minden, ami azelőtt történik, все то, что происходило в прошлом, a céljaink felállítása, papírra vetése, постановки целей, запись целей на бумагу, a telefonhívás, a meghívás, приглашение по телефону, a marketing terv a táblán, проведение маркетинг плана у доски, minden egy előjátéka annak, ami a lényeg. Все это является предисловием к самому главному. Leülni emberekkel, szemtől szembe. Когда вы садитесь с людьми друг напротив друга, 200 ponttal elindítani. И запускаете их на 200 баллов. Minden, amit előtte csinálunk, ezért van. Все то, что вы делаете до этого момента, вы делаете ради этого момента. Ezt kell megtanulni. Вот этому нужно научиться.
És erre képes vagy? Если ты будешь способен на это, я так думаю, что каждый из вас способен, только нужно хорошо упражняться и практиковать. Тебе не нужно больше, тебе не нужно 10 тысяч баллов делать. Тебе не нужно мыслить категориями сотен человек. Запусти 10 человек ежемесячно. Это ключевой человек, этому нужно научиться. 10 человек ты можешь запустить у себя в бизнесе по фронту или в глубине. Это зависит от выбранной тобой стратегии в бизнесе. Но если ты лично сможешь подключить бизнесу 10 человек по 200 баллов, и это в будущем будет дублироваться. Помимо тебя нужно найти еще 4 таких людей, которые будут делать то же самое. Фактически это является сутью всего того, о чем мы говорим. Фактически смыслом всех этих уроков, которые размещены в интернете, является то, о чем я вам сейчас говорил. Если ты в чем-нибудь хочешь быть хорош, тогда тебе необходимо достичь этой точки. Чтобы ты смог запустить 10 людей по 200 баллов каждый. Если ты их будешь запускать по 10 баллов, тогда тебе необходимо будет 1000 человек для того, чтобы достичь оборотов 10 тысяч баллов. Это не работает. Если ты научишься запускать людей по 200 баллов, это будет 2000 новых баллов в месяц. Если в твоей группе будет 4-5 таких человек, которые будут повторять это за тобой, у тебя будет 10 тысяч новых баллов, благодаря которым ты каждый месяц будешь квалифицироваться. А то, что у тебя было в прошлом, оно и все равно будет. Это обратная логика, обратное мышление, чем то, как думают большинство людей. Это очень простой бизнес. Очень простой бизнес. 10 новых бизнес-партнеров ежемесячно – это детский лепет. Просто ты наверняка думаешь, что в этом бизнесе нужно двигать тысячами людей. У тебя будут отношения с 5 людьми, с которыми тебе будет приятно работать. И в 5 вы ежемесячно будете создавать новый бизнес с новыми деньгами. Потому что эту власть вы имеете в руках. Потому что то, что вы уже сделали, вы не можете там ничего изменить. Этот бизнес будет вам приносить то, что будет приносить. Любим, ценим, уважаем этот бизнес. Супер. У меня есть такие бизнес-партнеры, которые 15 лет находятся в бизнесе. Любят семинары, но они остались на исходных позициях. Мы встречаемся, улыбаемся друг другу. Класс. És van egy havi forgalmuk minden hónapban. И они каждый месяц делают определенный оборот. 37, 12, 28. Они не хотят достигать более высоких уровней, они всего лишь пользуются товаром. Замечательно. И что бы вы ни хотели предпринять в отношении с ними, из 27 баллов 28 они никогда не сделают. Из 40 80 баллов они тоже не сделают. Но когда вы сидите напротив нового человека, это 200 новых баллов. И да, может быть, следующий заказ этого человека будет 27 или 32 балла. И будут такие люди, которые будут ключевыми, и ежемесячно они будут делать 200 баллов. Лес 200 пунктов у 4-5 эмбернек
akik kulcsemberek, az 1000 pont. 4-5 человек, ключевых человек будут делать 200 баллов. Это 1000 баллов. Кулчемберек körül lévő meglévő üzletből lesz valamennyi pont. Тот бизнес, который будет вокруг ключевых людей, тоже будет давать определенное количество баллов. Az be fog állni egy szintre, annyi lesz amennyi. И займет определенный уровень оборота и не более. Tehát ez új pontot teszed a célt keresztbe. Но если под прицел ты будешь ставить новых 200 баллов, és mész az új pont után, и будешь двигаться в направлении новых баллов, és az időd nagy részét arra fókuszál, hogy új üzletet hozzatok létre, и большую часть времени вы будете уделять для того, чтобы создать новый бизнес, akkor egy olyan folyamatot indítottál el, aminek te vagy az irányítója, te kezedbe van a játék. Тогда благодаря этому вы запустили такой процесс, руководство которым находится в ваших руках. Nem függ senkitől a sikered, csak saját magadtól. Твой успех ни от кого не зависит, только от тебя. Ha jól csinálod, akkor ez másolódni fog, és már nem egyedül vagy. Если ты будешь делать хорошо, это будет дублироваться, и ты будешь не один. Ha nem jól csinálod, az is másolódni fog, és akkor többen vagytok, hogy rosszul csinálják. Если ты будешь делать неправильно, это тоже будет дублироваться. Erről Attila fog beszélni, nem sokára. В своем выступлении Attila будет говорить об этом. Úgyhogy én azt mondom neked, hogy ha egy cipőbe járunk, üzletet akarsz létrehozni. Поэтому я рекомендую тебе в том случае, если ты хочешь создавать новый бизнес. Úgy, mint ahogy én is. Так же, как делаю это я. Akkor az időnknek egy részét erre kell fókuszálni. Тогда определенную часть нашего времени нужно уделить этому. És a tevékenységüket ebbe az irányba kell terelni. И наши действия нужно направлять в это русло. 10,000 új pont havonta. 10,000 новых баллов ежемесячно. Körülbelül 3,000 euró új pénz. Это приблизительно 3000 евро новых денег. Minden hónapban új pénz. Каждый месяц это новые деньги. Amit kifizetnek az új forgalom után. Те деньги, которые оплачиваются за новый оборот. Ki lesz ez a pénz? Чьими будут эти деньги? Aki létrehozta. Того человека, который создал оборот. A 4-5 kulcsember hozta létre. А этот оборот создавали 4-5 ключевых человек. És az a pénz, ugye attól függ, hogy helyezkednek el a szponzorvonal, oda fog kerülni. И эти деньги будут распределяться по этой спонсорской линии. Hát, ha csak nem minden egy lábba van, ugye? Точнее, если весь этот оборот не находится в одной линии, в одной ноге. Ha minden egy lábba van, akkor a pénz egy helyen akad meg, a platinánál legfelül. Потому что если весь этот оборот саккумулирован в одной ноге, тогда деньги застрянут на самом высоком уровне, в основном это платиновой. Egy lábot építeni, ez nem fizet. Поэтому строить одну ногу невыгодно, потому что она не оплачивает. Az egyik lába, akár mekkora jelvénye van valakinek, az nem hozzá kerül, hanem kikerüli. А одна нога, несмотря на то, какой у вас, какой бы у вас значок ни был, вознаграждение одной ноги будет идти всегда мимо вас. Tehát akinek csak egy lába van, akár mekkora forgalma, az nem fizeti őt, hanem a fölötte lévő ember. Если у вас будет одна нога, вы не заработаете денег, а зарабатывать будет вышестоящий. Tehát megfelelően kell fölállítani az üzlet szerkezetét. То есть необходимо правильно поставить конструкцию бизнеса. De 3000 euró új pénz. Но мы говорим о 3000 евро новых денег. Ami ahhoz jön, ami már megvan. Это плюс к тем деньгам, которые вы получаете за уже существующий бизнес. Ne ezt kell, hogy fókuszba legyen nekem. Вот это я рекомендую вам взять под прицел. És neked is. То же самое делаю я. Ha meglévő üzletünkkel foglalkozunk, если вы будете уделять время уже существующему бизнесу, az nagyszerű, это замечательно. De az nem hoz új pénzt. Но старый бизнес новых денег не принесет. Az hozza, amit tud. Он будет приносить те деньги, которые может приносить. Óriási mennyiségű új pénz vár ránk minden hónapban, ami ezután következik. Огромное количество новых денег ожидает нас каждый месяц за новый оборот. Gondolkodtam előre, hogy mondjuk 2006 októberében mekkora pénzek fognak keletkezni, ami még nincs is? Ты задумывался над тем, что в октябре, допустим, 2006 года какие деньги будут выплачиваться? Их еще на сегодняшний день не существует. Lesz. Но они будут. És több, mint ami volt 2005 októberében. И это будет больше денег, чем было в октябре 2005 года.
És ez a pénz, ez valakié lesz. И эти деньги будут чьими-то. Az MV ki fogja fizetni. Компания MV выплатит эти деньги. Miért neked? Почему бы эти деньги не выплатились тебе? Azoknak fog fizetni, akik aktívan részt vesznek abban, hogy a forgalmat, az új forgalmat létrehozzák. Компания будет оплачивать эти деньги тем людям, которые активно принимают участие в создании нового оборота. Elárulok egy titkot, de mondjátok el senkinek. Я расскажу вам один небольшой секрет, только вы не рассказывайте его никому. Ezért nem fog telítődni a piac. Вот почему этот рынок никогда не будет перенасыщенным. Mert minden az új üzletről szól, nem a meglévő. Почему? Потому что вся речь, весь бизнес вращается вокруг нового бизнеса. Melyik volt az első autógyár a világon? Скажите, первая автомобильная компания в мире какая была? Какой была первая автомобильная компания? Daimler-Benz vagy Mercedes. Daimler-Benz или Mercedes. A Mercedes volt az első. Mercedes был первым. Ők a legnagyobbak? Они самые большие? Nem. Нет. Lett utána sok új autógyár? После возникновения Мерседеса были новые автомобильные производители? Lett. Были. 100 лет исполнилось этой игре автомобильной индустрии. Когда исполнилось 2 года автомобильной индустрии, Senki nem gondolt arra, hogy lesz 100 éves is, igaz? Никто не думал о том, что этой индустрии когда-то исполнится 100 лет. Mindenki azt látta, ami éppen van. Все видели настоящую картину индустрии. Mert a meglévőt könnyű látni, mert az ott van a szemünk előtt. Потому что существующее очень легко видеть, потому что оно находится у нас перед глазами. A legtöbb ember ezt számolja, ami van. И большинство людей видит и считает то, что у них уже есть. De néhányan itt a vezetők, a gyémántok, mi látunk egy kicsit előrébb. Но некоторые лидеры, бриллианты, изумруды, мы видим на несколько лет вперед. Látjuk, ami lesz. Мы видим, что будет. Látjuk előre. Мы видим наперед. Lehet kalkulálni, meg számolni vele, mert tudjuk, hogy mi fog következni. Можно считать, калькулировать, рассчитывать на будущее, потому что мы знаем, что будет происходить. Most születtek új autógyárak. Недавно зарождались новые автомобильные заводы. Например, в Китае. Most. Сейчас. Gyárak épülnek, nagyobbak, mint amilyet a világ eddig valaha látott. Строят автомобильные заводы гораздо больше тех, которые существуют во всем мире. Miért? Почему? Mert az új piacról van szó, az új létrehozásáról. Потому что речь идет о новом рынке, о новом созидании, которого еще нет. És 20 év múlva. И через 20 лет kínai autógyártás lesz a világ legnagyobb autógyártás. Китайское автомобилестроение будет самым большим в мире. Lehet látni előre. Это уже можно предвидеть наперед. És itt ebben a teremben, а в этом зале ülnek néhányan, сидит несколько человек, akik meglátják ezt az új бизнест, которые смогут увидеть этот новый бизнес. A legtöbb ember ránéz erre a teremre, és így gondolkozik. Большинство людей посмотрит этот зал, и у них будет мысль. Atya úristen, ennyi ember. О, Господи, такое количество людей. Ez már mind valaki. Эти люди уже у кого-то в бизнесе. Itt nekem már. Most szponzorálok 10 új ember. Здесь мне уже нечего делать. Ну и что, что проспонсирую я 10 новых человек? Csepp a tengerbe. Это капля в море. Így gondolkozik a legtöbb ember. Так мыслит большинство людей. Én meg hogy gondolkozok? А как думаю я? Ez mind valaki. Этот бизнес уже чей-нибудь. Ez szuper. Это замечательно. De az új. Но новый. Az lehet az enyém is. Бизнес может быть моим. És ott van a hatalom, nem a meglévőben. И в этот момент у тебя появляется власть в руках. Óriási differencia. Это огромная разница. Új biznis létrehozni. Создать новый бизнес. Ez a hatalmunkban van. Это сила. Olyasmit tudunk létrehozni, mert eddig nem volt. Мы можем создать что-то такое, чего не было до настоящего времени. És erre képesek vagyunk. Если мы способны на это. És erről szól az egész kulcsember képzés, az internet képzés. A könyv erről szól. Интернет обучение, курсы ключевого человека, книга, в книге об этом идет речь. Aki eljut ideig, ezt megtanulja. Тот человек, который достигнет той точки, что научится делать новый бизнес, он сможет построить такой бизнес, какой только захочет. Потому что человек способен создать новый бизнес. А большинство людей не способны сделать это.
Большинство людей согласны скорее забрать бизнес другого человека. Ilyenek vagyunk emberek. Такие мы люди. Én ezért nem félek a jövőtől. Поэтому у меня нету страха по поводу будущего. Én ezért vagyok lelkes a jövővel kapcsolatban. Поэтому я воодушевлен. Mert tudom, hogy képesek vagyunk új üzletet létrehozni. Потому что я знаю, что мы способны создать новый бизнес. Ezért vagyok lelkes a következő szeminárium miatt, ami Moszkvába lesz. Поэтому я очень воодушевлен в отношении следующего семинара, который будет проводиться в Москве. Mert többen leszünk, mert új üzletet hozunk létre, és több sikeres ember fog összegyűlni. Потому что нас будет больше людей, мы создадим гораздо больше новых бизнесов и соберется гораздо больше новых людей. Itt leszünk a nagy stadionban mindenki együtt. Мы будем на большой спортивной арене все вместе. Június 22-3-4, ha jól emlékszem. По-моему, 22-го, 23-го, 24-го июня. Én itt leszek, mert jól érzem magam. Nagyszerű emberek között, és kíváncsi vagyok én is, hat rám az egész. Я буду на этом семинаре, потому что я хорошо себя здесь чувствую среди замечательных людей, и меня интересует, что будет происходить. Рам, óriási hatással vagytok. На меня огромное впечатление проводят эти семинары. Происходят. Most otthon maradok. Если я останусь дома, leülök a konyhaasztalhoz. Сяду за кухонный стол. Milyen hatás ér ott? Какой эффект может постичь меня? Hát nem ilyen. Такого эффекта не будет. Ezért én jövök. Поэтому я буду здесь. Ez потому что это дает мне огромную силу. Attila szervezett Go Diamond-ot, aki 21%-os és a fölötti azoknak. Attila организовывает семинар Go Diamond для серебряных и выше уровня. Elutazunk Tunéziába egy hétre. Мы уедем в Тунис на неделю. Jön Nakajima Japánból, mint vendégelőadó. На семинар Go Diamond приедет Накаджима из Японии гостем выступающим. És együtt töltünk egy hetet. Вместе мы проведем неделю. És azon fogunk dolgozni, hogy tudunk még gyorsabban nőni és még nagyobbra nőni. И мы будем работать над тем, как нам быстрее и еще больше построить этот бизнес. Te még ott lehetsz azon a találkozón. У тебя есть шанс еще попасть на этот семинар. Hogyha leutánozod azokat az embereket, akik most a hétvégén Tihanyba úgy álltak a színpadon, hogy egy hónap alatt 21. Если ты скопируешь тех людей, которые на семинаре в Венгрии стояли на сцене как новые серебряные, сделали этот уровень за месяц. Hogy három hónap alatt új arany. Или за три месяца новый золотой уровень. Attila tudja a receptet. Attila знает рецептуру. Mert háromból kettő az Attila csoportjából volt. Magyarok, 15 év után. Потому что два из трех таких людей были в группе у Атилы спустя 15 лет открытия рынка. А третий месячный серебряный был в группе у Габор Матей. И между двумя бриллиантами, точнее между бриллиантом Матей Габор и между коронованным гипер-интергалактическим Атилой, tehát egymás között mi csak barátok vagyunk. Мы между собой только друзья. És megy köztük a verseny. Hogy... И между ними есть такое небольшое соревнование. Úgy megy az üzlet, hogy hihetetlen, és egy hónap alatt jönnek fel. Бизнес движется с невероятной скоростью, что за месяц рождаются новые серебряные. Ezt meg lehet csinálni. Это можно сделать. Na, erről szól a Go Diamond. Вот о чем будет идти речь на Go Diamond. Hát gondolom, Attilának az előadása is bele lesz téve azért, hogy mit csinál, meg hogyan. Так думаю, что Attila в своем выступлении тоже расскажет, что и как он делает. Egy hónap alatt meg lehet csinálni. За месяц можно это сделать. Képesek vagyunk rá. Мы способны на это. És van rá minta, tudjuk, hogy csinálták. И у нас есть примеры, мы знаем, как делают это люди. Remélem, Attila erről fog beszélni. Lehet, hogy ezt visszatartja a Go Diamond-ra, nem tudom. Я надеюсь, Attila будет сегодня об этом говорить, или, может быть, он придержит это выступление на Go Diamond. Szenzációs. Сенсационно. De azt tudom, но я уверен, hogy egyszer Budapesten volt egy nyílt marketing terv. Когда-то в Будапеште был открытый маркетинг-план. És betéve tud a két japán fiatalember. И на этот маркетинг-план случайно заблудились два японца. Что-то они услышали МВ, очень классно, и зашли. Они были в Будапеште. Очень много туристов посещает Будапешт со всех точек мира. И их интересовало, как мы строим бизнес.
Azonnal szereztünk egy japán tolmácsot. Мы мгновенно нашли японского переводчика. És mikor lement a marketing terv? И когда закончился маркетинг план? Ugye voltak a hatás beszédek 21-től fölfelé. После открытого маркетинг плана, вы знаете, серебряный и выше уровнем несколько фраз говорят. A helyi csapatban a vezetők mindenki mondott egy. Местной команде лидеры говорили несколько фраз. És akkor fogtuk a két japánt, azt is beállítottuk a sor végére, mint kuriózumot, hogy. И мы взяли этих двух японцев, поставили в конце очереди как курьезный случай. És ott volt a tolmács is. И рядом находился переводчик. Azt mondja az egyik. Один из них сказал. Én egy hónapja vagyok az MV üzletben. Я месяц нахожусь в бизнесе MV. Nagyon szuper. Очень супер. 21%-os vagyok. Я серебряный. A másik azt mondja. Второй японец сказал. Én három hónapja vagyok az MV üzletben. Я три месяца строю бизнес MV. Én is 21%-os. Я тоже серебряный. Én nagyon lassan építettem az üzletet. Но я очень медленно строил этот бизнес. А нева у меня Накаджима чапатбой оттек. Я предполагаю, что они приехали из команды Накаджимы. Mi is akarjuk tudni, hogy mit tudnak ezek a japánok. Мы тоже хотим знать, чего знают, что знают японцы, как они это делают. Mert ott 21%-osnak lenni egy-három hónapon belüli dolog. Потому что в Японии стать серебряным – это от месяца до трех. Hihetetlen. Невероятно. És nagyszerű találkozók vannak előkészületben. И в будущем есть приготовление замечательных мероприятий. Szenzációs egy hét vár ránk Tunéziában. Нас ожидает сенсационная неделя в Тунисе. És hát a moszkvai szeminárium a következő az gyerekek. Az... И, ребята, следующий московский уикенд – это… Ki volt ott Moszkvában nyáron? В июле месяце кто из вас был на летнем московском семинаре? Окей, теремнек a 20%-a. Это фактически 20% аудитории. 80% még nem látott olyat. 80% присутствующих еще такого даже не видели. Na most ezt képzeld ötször ekkorába. Представь себе этот семинар умножь на 5. De otthon maradsz? Но если ты останешься дома, soha életedben nem látsz ilyet. Ты никогда в жизни такого не увидишь. Soha. Никогда. Ha otthon maradsz. Если останешься дома. Akkor kiestél ebből a körből? Если ты выпал из этого круга. Visszakerülhetsz, nyilvánvaló. Да, конечно, у тебя есть шанс вернуться в него. De miért vesztegesd el a köztelévő időt? Но зачем тебе тратить время между семинарами? Én egyszer kiléptem az MV-ből. Я однажды вышел из бизнеса МВ. És két éven bekerült. И прошло два года после того, как я опять подключился к нему. Ne kövesd el ezt a hibát. Не допускай этой ошибки. Москва olyan lesz. Летний семинар в Москве будет таким. Új szintek. Новые уровни. Meglepetések a Tarsolyban. Minden lesz. Сюрпризы. Все будет. Nagyobb, amit valaha láttál. Семинар будет гораздо больше, чем когда-либо вы видели. És olyan atmoszféra, hogy... Будет атмосфера. Még mi se tudjuk, hogy mi vár ránk, de hogy... Мы даже не представляем сами, что нас Vagy ожидает на этом летнем kérdés. Семинаре. Addig meg ne tétlenkedj. А до летнего семинара не бездействуй. Mert vár a színpad. Потому что тебя ждет на летнем семинаре сцена. Ugye, tudjunk ünnepelni az új eredményekért, amit el tud célni. Для того, чтобы мы могли праздновать новые уровни, достигнутые вами. Vár a moszkvai színpad, hogy felépítsen, felemeljen téged. Тебя ждет московская сцена для того, чтобы дать тебе построение и поднять тебя. Meg tudjunk tapsolni, чтобы супер, мы смогли тебе аплодировать и поздравить тебя. Olyan, mint egy olimpián aranyat nyerni. Чтобы ты чувствовал приблизительно победу олимпийского золота. Használ a семинариумот és a семинариум erejét. Используй семинары и мощь семинаров. Jó munkát kívánok nektek. Я желаю вам хорошей работы. Jó olvasást a könyvhöz, használd a könyvet. Я желаю вам приятного прочтения книги, использования книги. Fogd munkára a könyvet. Возьми в работу эту книгу. Használd az internetet. Используй интернет. Használd a szponzor vonaladat. Используй свою спонсорскую линию. Használd a szemináriumot. Используй семинары. És legyél gyémán, mert nagyon megéri. И будь бриллиантом, потому что стоит им стать. Спасибо, Башу. Szuperek vagytok.